60, что ли? За 12 тысяч? Я не знаю, какой с этого вопроса. Да, именно идти. Тридцатая. Слушай, такая кафешка прикольная. Куда пойдем? Не знаю, сюда, наверное. Я думаю, это... А, вот, с одного человека 12 тысяч, да? Давай вот это вот закажем. Кабиночки такие. Прикольная кафешечка. С человека получается здесь 12 тысяч. Вот, и я так понимаю, дают несколько салатов. Дают несколько салатов. И, наверное, какие-то основные блюда. Не знаю точно, как это выглядит. Мы сами здесь не были, но нужно что-то кушать. И надо вообще пообедать. Сейчас время уже сколько? Ой, время уже 3:30. А мы опять даже не завтракали. Не знаю, сил нет уже. Сейчас посмотрим вообще, чем здесь кормят, насколько это вкусно. Ну, кафешка такая приятная, людей нет, время обеда прошло. В Корее основной наплыв это все-таки очень много, это в обед, в час. С 12 до 1:30, наверное, очень большой наплыв людей. А все остальное время люди работают. Это рабочая страна, народ. И здесь бездельников очень мало, и поэтому, как видите. Но мы не бездельники, мы ездили по делам. Мы хотели, чтобы мои водительские удостоверения отправили сюда, к нам поближе, к Сеулу. И не получается, все-таки нам придется ехать туда, где я оставлял свои удостоверения. А это аж юг Кореи. Что-то принесли. Надо попробовать. Чтобы сознание не потеряли. Какая-то булочка. Что, сгущенка это, да? Какие прикольные. Еще раз. Это те булочки, которые в магазинах заморозки продаются. Ну, пышки обычные. Они, видишь, еще как бы слоеные тут. Ничего себе. Ого. Вообще круто. Вообще неожиданно так. Нам пришли, просто в стол задвинули. Мы, конечно, обалдели. Ничего себе, вот это крутяк. Ребят, стоимость всего этого удовольствия на двоих человек 1500 рублей. Вообще, вообще крутяк. Я такой голодный, у меня вообще глаза разбегаются. Ну да, два вида крабов смотрю. Пробуй что-нибудь. Ну, крабов что ли? Это краб в кочетяе. Соевая паста острая. И он сырой. Сырой краб это. Я все время его боюсь, кушать, но ем. Он вкусный. Такой вкус своеобразный. Но прикольный. Надо к этому, наверное, попервое, все равно нужно к этому привыкать. Бон аппетит. Не знаю, мне понравилось. Отличается вкус? Попробуй. От того, который мы пробовали. Это более замаринованный. Я не знаю, как рассказать, как передать весь этот вкус, атмосферу. Я думаю, все-таки, если вы любите покушать,
такую кухню, все-таки надо ехать в Корею. Вот. Но ехать только из-за того, чтобы... Вернее, ехать только для того, чтобы попробовать это все, я не знаю. Это, во-первых, далеко, а во-вторых, сейчас вот эта ситуация с ковидом, конечно, очень дорого. Поэтому придется только смотреть. Ну, если вы не в Корее. Не знаю, я распробовал вкус краба. Очень круто. Очень вкусно. Рыбу почему-то мы не кушаем. Ни я, ни я. Ты кушаешь? Надо скушать. Не могу остановиться. Ир, ешь краб. Надо поесть. Не зря мы сбежали с работы. Его нужно как бы аккуратно выпить. Он такой внутри как будто желе. Соус вообще такой балдежный. Я не знаю даже как его описать, этот соус. Он такой остренько, не кислый, он остро, слегка сладко, пряный. Но в принципе он полный. Чтобы как будто бы чего-то не хватает, такого нет. Вот, и поэтому это сочетается очень здорово, очень вкусно. Бульончик. Ракушки не надо, но хватит. Хватит. Я не понимаю. И эти маленькие моллюски, мидии. Кушать здесь нечего. Он такая маленькая. Вот и все. Не знаю, мне они не нравятся. А больше хотел лапшу. Теперь точно все. Я наелся, сейчас взорвусь. Да, мы победили этот стол. Вернее, и этот стол мы победили. И все, чат. Ой, мы вообще... Я получил удовольствие. Очень вкусно. А теперь пойдем в магазин. Зиринг. В общем, мне интересно, в магазине мы погнали домой. Берегите себя, друзья. Всем удачи. Bye-bye. Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.